Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Сервал, мы продолжаем проходить Зерон Кисики. В прошлом эпизоде мы пробрались через геофронт А, через нижнюю секцию геофронта А. И сейчас нас ждет, так понимаю, босс-файт. И что-то мне подсказывает, что босс-файт здесь будет весьма неприятный, потому что мы помним, кто здесь поселился в прошлый раз, и я так чувствую, что нас ждет нечто похожее, поэтому давайте-ка мы на всякий случай встанем в уголок. Так будет немножко спокойнее, наверное, да? Чуть-чуть! Может быть, я еще орбанты поменяю, кстати, если кварцы. Машин пауэр тебе не особо нужен будет в бою. А вот EP2, может быть, наверное, будет и не лишним. Ну, кстати, Shadow Pack Reef какой-то появился, это что такое? И вот 5% урона в ХП. Прикольно, но бесполезно. Да еще и EP126, серьезно, что так много-то? Ой, жесть вообще какая. Ну, в остальном будет нормально. Хотя... Может, я какой-нибудь Burn? И вообще Move 3. Holy Bless хотя бы пусть будет. Да, слушайте, Move 3, это, кстати, будет неплохо смотреться. Давайте-ка оставим так. Что там? Оу! Кукуо. Где это мы? Доуяра сюйтен но йоу дес не. Похож наш последний остановка. Табун, коно чикаку ни дайсан сейгё танмацу но ару хея га. Контрольный терминал номер 3 находится где-то в комнате неподалеку. Тио! Тио! Серьезно? Это... Черт, это босс последнего нижнего этажа? Тио! Нантука икесоука! Тио, двигаться можешь? Ага. Хай! Мондай аримасен! Да, нет проблем. У меня пошли флешбеки очень неприятные. Так, ладно, окей. Это интересно. Я ждал 12 стримов в геофронте. Well done. Let's see how it works. Enigma Kudo. Ah. Как приятно. Об этом я не подумал. Не то чтобы я знал, что это будет. Ха. Ладно. Все еще не критично. Есть и плюсы, меньше героев, за которыми надо следить. Да, только проблема в том, что... Единственный герой, которому было совсем плохо от этой дуры, это Тио. И она как раз здесь. Это слишком символично. Серьезно? Ну, не слишком ли вас много, ребят? Не, ну ладно. Как скажете. Ой, не надо только в Тио, пожалуйста. Ну нет, еще и с критом. Ай. Лучше КБС прокинь даже, Ллойд. Вот так, отлично. А, давай на все играть. Че б нет. Кажись, весь стрим если закончится. Посмотрим, Тио, посмотрим. Я думаю, что все будет не так плохо.
Ну давай. Нормально, кстати, урон идет. Мне нравится. Oh my! Look at the damage! Nice! Я уже сделал кошмар. Да-да-да, обоих просканил. Все нормально. Стоп, там дебаф кончается. Хотя вот скорость пусть не будет низкая, а мувмент не так сильно важен. Ай! Не-не-не-не-не. Ай. Не-не-не-не-не-не-не! Ау! Ау-ау-ау-ау-ау! Только не в тил, зараза! На, ну в принципе после переделки тактики как-то так это должно работать. Защита от слипа, которая нам может сильно помешать. В остальном все в целом норм, да? Поехали. Ну поехали, теперь мы тебя должны в идее валить без особых проблем. Надеюсь, по крайней мере. И Феца тоже с нами. Здравствуй, рад тебя видеть, располагайся. Добро пожаловать на стрим. Так, ты ничего не делаешь, отлично. Да-да-да, Дамарик, именно. Я тоже об этом подумал, но, мне кажется, ей так досталось в то время. Но вообще, да, это довольно символичный босс-файт именно для Тио, потому что ей реально досталось от этой дуры в прологе. Ты так и будешь еще не делать? А, вот, окей. Это больше похоже на правду. А, во. Теперь правильно. А тебе даже не знаю, что делать-то, дружок. Melty Rice? Но зачем? Будешь обрабатывать потихоньку. Ой, может ты еще и ближе подойдешь, прям под Ллойда, пожалуйста. Вообще будет классно. Давай. Много летучих мышей боли. О, да, Фетса. Это будет весело. Так, поехали сканить. Ты у нас делаешь блюдроп. А Тио сделает дебаф. Нойс. В принципе, можно и Calamity Claw сделать. Кумана много сожрет, чего я бы не хотел. Так,
Это в Ами на... Господи, Ама на Реддите об этом говорил Ники. Если так, то здорово. Нужно тебе подсказать, что, скорее всего, релиз будет на Switch. Кек. Не, все может быть, конечно. Даже, я даже не против буду. Так-то. Но тем не менее, как будто Фалком сами будет переводить. Но он же думает над этим, Дима, Дамарик. Думает и смеется, смеется и думает. Так, Hydro Cannon, или там, да, там баф падает на скорость, надо дебафать снова. Лучше даже склеймить, возможно. Чтоб помедленнее бежали к нам. Нам повезло, что первые ходы они тупо протупили. Это здорово было очень к тему. Стояли на месте, ничего не делали. У нас огромный запас прочности в плане того, как хорошо мы все успеваем сделать. Ну и поехали. Где должно сработать? Видимо, Галопи настолько толстая, что минус мувмент от головы текло напрочь сбивает ей весь мувмент, что хорошо. Ну что-то по ощущениям это уже джиджишечка, да? Ну да. Это было быстро. Чё, вообще не почувствовал? Не то, что в первый раз. Первый раз у меня какой-то ад был. И всё лично, что именно Тио нанесла последний удар. Просто замечательно вообще. От души. Фу, каким-то образом мы отогнали эту дуру. Тио, дайжобка. Зуйбун ксен шатта кедо. Тио, ты в порядке? Это было непростое сражение. Е, мунбай най дес. Да, проблем нет. Лойда-сан но хо ва дайжобу дес ка? Господин Лойд, а вы-то в порядке? Ранди иваку, боугю но текнику даке ва чотто шта мон раши кара са. Похоже, что защитная техника, которую мне научил Рэнди, была не так уж плоха. Шикаси. Ранди и Эли га итара, мотто коулицтакини татакаетан даро на. Однако, если бы Рэнди и Эли были здесь, я бы смог мыслить более эффективно. Хигоро кара, доле даке ано втари ни таскераретэ ита ка, минишимита йо. Я думал о том, как часто я полагался на этих двоих в последнее время. Нанка хэнна кото итта ка? Я слышал что-то забавное? Ие, кочира но кото дэсь кара. Нет, просто задумалась кое о чем. 第三制御端末は右にある扉の中だと思います. Я думаю, что терминал номер 3 находится за дверью вон там справа. 早速起動させてからヨナに通信で連絡しましょう. Давайте поторопимся, активируем ее и соединимся с Йоной. А, そうするか. Да, давай так и поступим. Ей, сюжет. Дай только я отхилюсь. Ура, Бодинг Эвент Стио! Мы так его долго ждали. Все к этому идет, да ведь? Да ну пора на самом деле. Это сохранимся здесь. Так вот. Ну и отправимся вперед, пожалуй. Это терминал. 第三制御端末ですね. Это терминал номер 3. Кокото Йонага каттэни гиёшитэйру 第8制御端末の2箇所から хаккингу ошикакэру дандори дес.
мы будем взламывать из двух разных точек. Отсюда и из терминала номер 8, который Йона использует без разрешения. Ай-яй-яй, Йона, тебе надо за это наказать, дать его? Нархудо. Ага. Сорежа, Йона не ленак сурка. Это нам стоит соединиться с Йоной? Хай. Да, пожалуйста. Олега Эрисон точкора му ленак га ару камоширемасен кара. Ваташи но энигма о цкатте кудасай. Мисс Элли и остальные могут заходить соединиться с нами, поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь моей энигмой. А, ваката. Да, хорошо. Лойд взял энигму Тио. Йона, кочира, Лойд да. Йона, это Лойд. Анта-ка, му цуйта но ка ё. А, это вы. Вы уже на месте? А. Чёдо има, Тио га таммацу о кидоу штеиру. Да, Тио активирует терминал сейчас. Окей, окей. Сонжа, котчи му хажимеру зе. Хорошо, хорошо, тогда я начну тоже. Сода, анта. Энигма но цужин моду но спикер о он ни шинайо. А, кстати, переключите режим соединения Энигмы в громкую связь. Спикер о он. Громкую связь? Энигма но урагава ни ару. Акай свитч о ште кудасай. Пожалуйста, нажмите на красный переключатель на задней крышке Энигмы. Как будто нам кто-то решил использовать этот терминал. Ну, мы же сами себе хозяева, в конце концов. Мы-то полиция, нам можно. Мы вообще можем использовать любой терминал, но никто ничего за это не скажет. А вот Йона, ай-яй-яй. Вот бы у нас в канализации были расставлены компьютеры сервера. И не говорит Дамарик. Но с другой стороны, типа, это как фасилити, типа, служебное помещение. Почему бы и нет? Возможно, он управляет канализацией отсюда. Почему нет? Это, конечно, странно и сложно, но всякое бывает. Если вы сделаете это, то остальные смогут слышать голос звонящего. Кока. Вот этот? Лойд произвел с Энигмой необходимые действия и поместил его рядом с терминалом. Меня уж слышно сейчас? Нархудо. Вау. Шохи ИПИ га оуме нано де, амари суйшоу ва сарете имасен га. Нантока моцу дешо. Из-за того, что обычно это использует чуть больше ИПИ, нам не нужно... Я бы не рекомендовал использовать его постоянно, поэтому давайте будем использовать его только в случае крайней нужды. Йона. こちらの準備は完了です. Йона, я готова. あとの段取りは? Как остальная часть программы? ああ、こっちはとっくに踊りになるべく動き回ってる. Ну, я перемещал приманку по сети как мог. キティが現れたら連絡するから対応してくれ. Я соединюсь, если Кити появится, так что разберешься с ней. 了解しました。それまで待機します. Хорошо, будем перехожу в режим ожидания. よろしく頼んだぜ. Рассчитываю на тебя. これで準備は終わりなのか? Полагаю, наше приготовление там закончено? ええ。あとはひたすら待機です. Да, все, что осталось, только ждать. ハッキングを始めた後も私一人で十分ですし. После того, как начнется взлом, я сама справлюсь. 私が一人で行くと言った理由が分かりましたか? Теперь вы понимаете причину, по которой я сказал, что я пойду одна? なるほど. Ну, да. でも実際... ここに来るまでに結構大変だったわけだし. Но так-то просто добраться сюда было уже довольно непросто. 結果オーライでよかったじゃないか. И я рад, что все сложилось благополучно. その... А... 困ったな. 話題がないぞ. Блин. Вот это проблемка. Мне больше не о чем поговорить. そういえば... ミッシーだっけか? Кстати, Миши, да? Зайбун кинитандана. Сонна страппы маде цкете. Он действительно... Он тебе действительно нравится. Ты даже прикрепила его к цепи на Энигме. Э. Сока моширемасен не. Да, может быть, это и так. Ваташи ва амари моно ни ва сюочак шинай сейхиц дес кедо. Это... Такова, как бы, по своей сути, я стараюсь не привязываться слишком сильно к вещам, но... Довольно необычно, что я до сих пор храню эту вещь так долго.
Коре, ここに来てから買ったものじゃないのか? Ты купил её, когда приехал сюда? 確か、クロスベルのご当地キャラクターだろ? Если я правильно помню, это маскотный персонаж Кросс был, верно? これはもらったものです。Это был подарок. Подарок? Интересно, от кого? 5年くらい前に。Гай さんから。5 лет назад. От господина Гая. Ага! И вот тут, у меня кажется, наконец-то все встало на свои места. Я что-то припоминаю, что в самом начале игры, в прологе, когда вот после первого дня Ллойд пошел в кровать и увидел сон, он увидел воспоминания, в котором ему 12 лет. И он вспоминает, как Гай уезжает из дома по какую-то типа деловую поездку и говорил про то, что ему нужно будет сопровождать какую-то милую маленькую девочку. А еще мы помним, что примерно 5 лет назад, по словам Тио, или 6 лет назад, по словам Тио, она лежала в госпитале Святой Урсулы, который мы с вами навещали. Именно поэтому ее помнит тамошняя старшая медсестра Марта, если я правильно помню, как ее зовут. И именно поэтому, когда мы с ней встретились вместе с Тио, как вы помните, у нас даже был небольшой бодинг-эвент, связанный с Тио, когда Эль обняла ее и вообще была очень нежной с ней. И что, похоже, история Тио начинает немножко складываться в единую картину. Это уже интересно. И это уже интересно. Гай Беннингс. Гай Беннингс. Ллойдさんの お兄さん ですよね? Это ведь брат господина Ллойда, верно? А, я... Мочерон, со дакедо. Да, конечно, это правильно. Тио, ты... Аник то мешки оттанука. Тио, ты знала моего брата? Хай. Да. Сиранакатта. Я и понятия не имел. Нандайо. Наттара мотто хаяку итте курелеба ии но ни. Но если это действительно так, то тебе стоило сказать раньше. Демо, Тио ва ташка Леманджичишу кара китан даро? Но, Тио, разве ты не из Лимана? Доуште аник то? Откуда ты знаешь моего бра... Сибараку таби ни дерутте. Сонна икинари. Ты уезжаешь ненадолго в поездку? Но это так внезапно. Куда вообще ты собрался? Ремиферия Кокуда. Княжество Ремиферия. Нани. Шибарак то иттемо никакэц край де сыму даро. Ну, хоть я и сказал, что это будет ненадолго, но, скорее всего, это займет у меня 2 месяца. Истина в том, что это поездка, в которой я собираюсь сопровождать невероятно милую маленькую девочку. Тио, ты уже бывала в этом госпитале? Да. Это было 6 лет назад. Я не то чтобы не хотела ничего об этом не говорить. Это была ты, Тио, да? Табун, соудес. Наверное, вы правы. Это было, когда мне было 9 лет, а сейчас тебе 14. Соответственно, действительно было 5 лет назад. Ремиферия ни ару джикка маде Гай-сан ни окутте муратта токи десне. Это случилось, когда господин Гай забрал меня к моим родителям домой в Ремиферию. Ремиферия? Ремиферия? Тио но шуссин ва соко нано ка? Так ты оттуда, значит? Хай. Да. То иттемо, амари омоиде га ару кокё дева аримасен га. Я могу сказать, что это родина, в которой у меня нет каких-то особых чувств. Мо, хотондо, стете шиматта башо десу си. Я уже покинул это место. В каком смысле? Соно, Тио но курёшин ва? Тио, как твои родители? Генки да то омоимасу ё. Я думаю, что они в порядке. 3年前に家を出てからほとんど連絡を取ってませんけど. Из-за того, что я ушла из дома 3 года назад. А, с тех пор, как я ушла из дома 3 года назад, я едва ли получал какие-либо письма от них. ある事情で私は5歳くらいの時から行方不明の身の上. Из определенных обстоятельств я была пропавшим без вести человеком с тех пор, как мне было 5. Wait a minute. Wait just a damn minute.
Подождите. Ей было 5, когда она пропала. Мы знаем еще одну девчонку, которая пропала, когда ей было 5 лет, которая сейчас тоже примерно столько же лет, сколько Тио. Ну, может быть, чуть меньше. И мы видели эту девчонку. В первой главе, если не ошибаюсь. Вы понимаете, о ком я. Просто я не думаю, что стоит слишком уж серьезные параллели проводить, даже пока что слишком мало зацепок. Но возможно, что это совпадение здесь неспроста. Гай-сан не хогосаре. Суйжак штейта ватасива Урусура бьёйн ни хантоши ходо ньюин штеймашта. Господин Гай взял меня под ответственность. Меня госпитализировали на полгода в госпиталь Святой Урсулы. На полгода? Окей. Состе нантога кайфуку шта ато. Чикамаде окутте мораттан дес. И после того, как я кое-как восстановилась, он забрал меня домой к родителям. Со татта нока. Так вот, что случилось. Демо, доуште мата ие о детан да? Но почему же ты вновь ушла из дома? Ллойдо-сан. Господин Ллойд. Ватасига фуцуно нинген то скуси чигау ноа вакаримасу ё не? Вы же знаете, что я немножко отличаюсь от обычных людей, верно? В каком смысле, Тио? Ну, ты, конечно, немножко слишком поглощена технологиями для 14-летней девочки, хотя не то, чтобы это было слишком отлично от той же Титы. Типа, вполне себе норм, как бы, да, но, как бы, если сказать... Seems fine to me! Чигау нанте! Но это не так! Чижицу дескара. Это правда. Гайкай но дзишоу ни каншите. Что касается внешних феноменов, у меня чувствительность повышена во много раз по сравнению с нормальными людьми. Чувствительность, говоришь? То есть каждый хэдпэд по тебе это как чуток через тело, да? Так я правильно понимаю его? Едва уловимые звуки, которые обычные люди не могут услышать. Течение орбал волн, которые обычные люди не могут увидеть. Присутствие элементов, которые нормальные люди не могут почувствовать. И эмоции людей. И даже биение их сердец. И даже когда я посещала воскресную школу, я была одна. Тирл, мне интересно, это блин, я просто спойлерить не хочу, дайте я тогда запись. Я видела вещи, которые не видели соседские ребята, и ощущала что-то отличное от них. Я могла очевидно ощущать даже невидимую злобную волю и любопытство. Хоть мои родители любили меня, как и ожидалось, у всего есть предел. Постепенно атмосфера в моем доме стала какой-то сдержанной, и я это заметила. Я подумала, что, возможно, даже лучше бы я не возвращалась домой. Не, над милым моментом все любят реветь, это нормально. А прежде чем я осознал это, я сел на поезд. Поезд шел на Кроссбелл через республику. Сука. Вот как. Тио. Аники не айники тандана. Значит, Тио. Тогда ты повстречала моего брата? Возможно. Соно маскотто презенту ште курета токи ни Гай-сан га иттан дес. Когда он дал мне этого маскота в качестве подарка, господин Гай сказал следующее. Ансин широ.
то о моей счастье не нареру. Не переживай, я уверен, что ты будешь счастлив. Моши со наранакаттара, ицдемо оре о ёнде куре. Если этого не произойдет, то позвони мне в любое время. О моей о вкоу ни суру гейн о иссё ни путтобаште яру кара ё. Ибо вместе мы справимся с любым источником твоей печали. И как ни мо, аники га исо на котоба да кедо. Это действительно звучит так, будто бы мой брат действительно мог такое сказать, но... Демо... Чёдо... Соно коро ни... Но... Аники... Как раз в это время мой брат... кивает. Тохо ни куретей та ваташи ва... Эпстайн зайдан но хито то сириатте. Я была в растерянности и встречала кого-то из фонда Эпштейна. Соно канворёку о микомарете... Тоже хоссокшта бакари но овал стафф но кайхац чим ни скауто саремашта. Он оценил мою чувствительность и в то же время нанял меня в команду разработки Орбал Посоха, которая только началась. Соште Леманджи Чишу ни ватари. Зайдан но кенкьюжо де 3 нэнкан сугоште. Затем я переехала в государство Леман и провела там 3 года в качестве исследователя фонда. Соште 3 кагэц май. Втатаби Кроссбелл ни модотте кимашта. А 3 года назад, 3 месяца назад я наконец-то вновь вернулась в Кроссбелл. Тио. Охо. Ну, наверное, должно было рано или поздно произойти. Гоменна. Тотзен инакунатчимау йона. Бака аники де. Прости. Мой глупый брат так и внезапно исчез. Оннануко-то но яксоку о маморанай нанте. Хонто. Аники-рашкому най. Не сдержать свое обещание по отношению к девочке. На этого моего брата совсем не похоже. Ллойдо-са. Господин Ллойд. Как вовремя. Ай-яй-яй, Йона, такой момент разрушил. Ух! Ух! Я тебе это припомню! Йона митай дес не. Похоже, что это Йона. Китти га аравалета! Китти появилась. Има, чёдо котчи га йои шита эса о хаккен шита токоро да! Прямо сейчас обнаружила ловушку, которую... приманку, которую я... заложил. Ой, конде ик кара! Саппорто о хаджимете куре! Я собираюсь зажать её в угол, так что поддержите меня. Вакаримашта. Поняла. Оре ва таками но кенбуц ка. Но мне остается только наблюдать, да? Тио. Муча даке ва суру на ё. Тио, не делай ничего безрассудного. Хай. Симпай гумуё дес. Конечно, не нужно волноваться. Аксес. Эйон системы. Кидо. Что ж, пошла жара. Нетворк жо но ресурс но. Дайни кёкай рёйки ни сэмпук кайши. Началось сокрытие второй пограничной области ресурсов сети. Китти га куру но вачимас. Ожидая прихода Китти. Ага. Ой-ой! Мачи дес ка? Стоп, вы что, серьёзно? Китти на яц! Мо протекто кайджо ши ягатта! Это Китти, она уже справилась с защитой. Уааа! Секкаку йои шита оичи эса га иссюн де! На, и тут же эта драгоценная приманка, которую я так долго готовил, с такой болью. Чираренэ! Ту якте шикакете рун да ё! Не верю, это как она смогла это сделать? Отчуйте, Йона. Успокойся, Йона. Осораку, аттоутекина шури нолёк де чикарамакасе ни сусунде иру даке де шо. Скорее всего, она использует ошеломляющую силу, чтобы пробиться через нас. Асеразу. Нихо саки о ёнде, кочира э то юдоу ште кудасай. Пожалуйста, не торопись. И оставайся на 2 шага впереди. И веди её этим путём. Чёрт, не проси меня о невозможном. Дайон терминал, дай 17 терминал. Счётча но мейн терминал о цука. Она проходит через терминал номер 4, номер 17. Через главный терминал городской ратуши. Чирл, у меня на канале есть подробный обзор как раз таки по Гахару. Ну, не обзор, а ретроспектива, скажем так, мини-ретроспектива, окей. Я как раз упоминал там разные версии, которые основные, что есть ПК японская и есть PSP американская. И как бы там, в принципе, как раз упоминалось, что оригинальная версия очень сильно отличается, действительно, от того, что вышло на PSP.
если найти перевод, то можно найти... Если есть перевод английский, то можно очень сильно кайфануть, потому что по геймплею эта игра намного интереснее, чем то, что вышло на PSP, скажем так. Я зажал ее в терминале номер 25. Мне кажется, хакинг не так работает. Есть такое, Фетца, да. Она перешла в ту область. Хорошо. Значит, это Китти. Ты чё, вот именно так вот реально видишь? Мне кажется, это реально немножко не так работает. Ну, может быть, и ладно, у вас, может, в Warble все эти действительно больше похожи на погоню. Вот именно такую. Определенно быстрая. Слишком быстрая. Активация системы Aeon. Начинаю параллельную обработку. Подтверждаю, оу, неплохой поток. Брехня, хакинг именно так работает посредством смайликов. Не смайликов, а эмодзи, да, Марик. Если ты продолжишь таким темпом, то ты сможешь схватить Китти самостоятельно, верно? Нет, в отличие от тебя и Китти, я не настоящий хакер. Эйон га даун штара, сасуга не ойцкенай дешо. Я смотрел этот фильм Терриал, действительно топовый. Учитывая то, когда он вышел, он был реально очень своевременный по юмору и по направлению. И он действительно в то время он прям очень. Он очень точно попал в точку в то время, прям реально. А если Айон отрубится, то она быстро одолеет меня. Черт, а то что там делать? Чтобы подготовиться к этому, повысь уровень обработки до предела и заблокируй путь отступления Китти. Осораку, Китти ва моу ичидо, сочира но рёйки ни шифту суру хазу десу. Вероятно, что Китти переключится на твою область вновь. Таймингу о михакаратте, кома 1 мио инай де цукамаете кудасай. Аккуратно подбери время и, пожалуйста, захвати её в течение 10 секунды. Одной 10 секунды, да. Блин, ладно. Просто что мне делать? Мне нужно просто сделать это, верно? Тогда? Сейчас! Получи! А, отлично! Поймал! Я только! Мы сделали это? Да, похоже на то. Ой. Дайджобка! Ты в порядке? Да. Чутто сорио агесугита сэйде. Мео мавасите шимай маста. Из-за того, что я повысил обработку слишком сильно, у меня глаза сейчас из орбит вылезут. Маттаку. Муча суру на тте итта но ни. Что, ставить плашку 18+, да, Марик, да? Ну, я же предупреждал не делать ничего безрассудного. Ано са, Тио. Знаешь, Тио? Аники га шита яксоку. Оре ни хикицукасете куренай ка. А вот обещание, которое сделал тебе мой брат. Ты позоришь мне взять его на себя? Что? Если ты не можешь быть счастлива, то можешь позвать меня в любое время. Ведь вместе мы одолеем источник твоей грусти. Хоть это и немножко печально, но мой брат был великолепен. С точки зрения как мощи, так и способности к действию, я все еще и в подметке не гожусь моему брату. Но я постараюсь изо всех сил. И исполнение этого обещания — это меньшее, что я могу сделать, чтобы стать великим человеком.
этому... Это чудо. Я только сейчас обратил внимание, где Ллойд держит свою руку. Ай-яй-яй, Ллойда. Ай-яй-яй. Ллойдо-сан и Гай-сан те... Аммари не те и най, но не... Из-за того, что господин Ллойд и господин Гайд практически не похожи, но... Но так я чувствую, что вы вдвое как-то похожи. Тамаси но арио то юка... Митэйру хоко га... Онажи то юка... Ваши души, и вы оба смотрите, будто в том же направлении. Оре то... Аники га... Мой брат и я? Хай... Да. Демо... Яппари чигаймас. Но, как ожидалось, вы различаетесь. Ллойдо-сан ва Ллойдо-сан де атте. Гай-сан то онажи же аримасен. Из-за того, что вы, господин Ллойд, являетесь тем, кем являетесь, вы не похожи на господина Гая. Лодку Тио? Соре ва Ллойдо-сан га ичибан вакатте ирун джанай деска. Вы должны это знать лучше, чем кто-либо еще, верно, господин Ллойд? Соре ва... Ну как тебе сказать? Дескара... Поэтому... Доусе яксоку ште курэру но нара... Бец но найо га ии дес. Если вы собираетесь все равно дать такое обещание, то детали могут отличаться. А? Бецни... Имасугу жанакте ии дес. Ничего. Сейчас это не важно. Ллойдо-сан но котоба де... Ватаси ни ште курэру яксоку. Обещание, данное мне собственными словами. Все, что вы придумаете, меня устроит. Тио. И я не ребенок. Ну, юридический ребенок, Тио. Мне не нравится, когда мне лишь помогают и защищают меня, но не просят меня об этом. Потому что я, как член ССС, такая же, как и вы, верно? Ты права. Я действительно права. Что случилось? Что-то не так? Я... Соно... Нет, просто... Чанто вараттеру као... Хажимете мита камо тте омотте са. Ты улыбнулась, и я подумал, что это первый раз, когда я вижу твою улыбку. Бе... Бецу не варатте имазе. Ничего я не улыбалась. Ааа... Тива начинает смущаться. Коре ва соно... Кига нукете шиматта даке де... Это, ну, я просто немножко устал и все. Терэру натте. Тебе не нужно смущаться. Демо моттай най на. Ну, впрочем, как-то даже обидно. Тио, мото га сугоку кавайи дакара, фуцу ни вараеба, моте-моте дароу ни. Тио, ты и до этого была невероятно милой, поэтому если бы ты почаще улыбалась, ты бы была супер популярной. Воу-воу-воу, Ллойд! Не, ну хотя да, я так-то согласен. Улыбающийся Тио, да еще и в очках, да еще показывающий окей, это прям вообще муа. Сугоку каваи те. Невероятно милая? Ааа. Нота. Упс. Йона. Йона? Искара кийтей тан деска? С каких это пор ты стал подслушивать? Оу. Как тебе сказать, Тио? Кажется, у кого-то появился компромат, да? Хе-хе-хе. Я... Вараттеру кау ва хажимете... Тока на атари да кедо. Ну, это первый раз, когда я видел твою улыбку, или где-то... Или примерно с этого момента. Ха-ха! Нанка мезурашии мон кикасете мораччиматта на! Каким-то образом я смог услышать что-то невероятно необычное. Масака анта га сонна фуни аватеру нанте не... Не могу поверить, что кто-то вроде тебя стал бы смущаться из-за этого. Соре ижо мудагучи о татайтара, памутто де 40 ренса шимас. Если ты сделаешь еще какие-то бесцельные замечания, то я заставлю тебя сделать
комбо из 40, из 40 этапов в поме. Ну, это технически невозможно. Хотя кто-то вроде тебя, наверное, мог бы сделать это. Кстати, Йона, ты обнаружил истинную сущность Китти? Ну, кто вы считаете, я такой? У меня есть адрес, так что я отправлю его вам. Похоже, какой-то странный прикрепленный файл, но... Прикрепленный файл? Стоп, какого черта? Почему что-то подобное находится в адресе отправления? Давай попробуем открыть его. Это... Что это за херня? Секунду. Это что, тебя ломанули, Йона? И нас тоже, походу, да? Похоже, нас взломали в отместь за то, что мы нашли ее местоположение. А может быть, это мы были в ее руках с самого начала? И так началась история о том, как ССС заразил Трояну и весь Геофронт. Если только Геофронт, Тамарик. В таком случае, весьма вероятно, что мы получили поддельную информацию. Рип. Эй, ты там в порядке? В ситуации вроде этой, как и предполагалось, не было времени, чтобы замаскировать адрес. А значит, если мы будем анализировать адресы, то в конце концов найдем по пункту доступа. Нет, но... Эй! Ма, оттеуйте. Итан Йона на токоро ни модоримашо. Оставьте ее в покое, пока что вернемся к Йоне. Нам нужно забрать кварц памяти в качестве награды. Ах да, мы же говорили об этом. Произошло только всего, что я совершенно забыл об этом. Еще бы, разговор с Тио очень сильно убивает из колеи, так ли, Ллойд? Кону чикаку ни, дегучи фкин ни деру, хижоу элеватор га ару хазу десу. Рядом с выходом должен быть экстренный лифт. Активируем его и вернемся. Да, давай так и сделаем. Ну что ж, а о том, что же расскажет нам Йона и смог ли он действительно словить истинный адрес Китти, мы с вами узнаем в следующем эпизоде. Вы должны обращаться. Большое спасибо за ваше внимание, уважаемые зрители. До новых встреч! В новых эпизодах Зеро на Кисяке. Увидимся.